Засветись. Акция по таким названиям прошла в окружной столице в рамках Всероссийской недели безопасности. Уполномоченный по правам ребенка совместно с сотрудниками окружной госавтоинспекции и российским движением школьников раздавали на улицах световозвращающие элементы. О том, почему важно надеть на ребенка фликер, расскажет Наталья Кислякова. Дарья Субач – волонтер и состоит в детском совете при уполномоченном по правам ребенка в Ненецком округе. Школьница неоднократно принимала участие в благотворительных акциях. Поэтому, когда Дарью позвали раздавать детям световозвращающие элементы, сразу согласилась. Просто когда мы с мамой ездим на машине, то в темное время суток, то мы прям болеем душой за вот людей, которые ходят без фликеров, и это очень опасно так ходить. «Засветись» – акция для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Волонтеры раздавали юным пешеходам световозвращающие элементы – фликеры, браслеты и значки. Сейчас темное время года, и родители должны позаботиться о том, чтобы у детей всегда на одежде были такие элементы, потому что в такую темень просто не видно ничего на дорогах. Поэтому вот мы сейчас занимаемся раздачей этих замечательных элементов. В рамках Всероссийской недели безопасности на территории Ненецкого округа с 23 сентября проводились профилактические мероприятия, посвященные безопасности детей на дорогах. Именно сейчас актуально время, потому что мы видим, как темно стало на улице, и нам, пешеходам, нужно как-то себя стать заметнее на дороге, поэтому эту акцию проводим. Цель акции – это популяризация использования светоотражающих элементов и повышение безопасности пешеходов. Добавлю, за 8 месяцев на территории Ненецкого округа зарегистрировано 4 ДТП с участием детей. Это на треть больше, чем в прошлом году. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, телеканал «Север».